Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. Также я хотел показать вам еще один набор иконок. Давайте удалим те иконки, которые мы установили в прошлый раз. Перезагрузим редактор. И установим другие иконки. Также набираем icons. Попробуем установить в этот раз brackets file icons. Теперь мы видим иконки немного другие. Можете использовать любой из этих понравившихся вам наборов иконок. Все зависит только от вашего вкуса. На этом все. Можем переходить к следующему видеоуроку. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите к следующим видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!